Приветствую вас на канале Повезушки с Танюшкой. Сегодня я хочу предложить вам связать вот такой замечательный комбинезончик. Он подойдет на возраст от 3 до 6 месяцев. Возможно, если откасать манжетики, то можно будет поносить еще подольше. Здесь у нас на капюшончике вот такие классные медвежачьи ушки. Капюшон идет закругленным. Ручки я вязала с окатом небольшим рукавчика, сам комбез с проймами, небольшая здесь вот есть ластовица. Связан комбинезон с таким учетом, что спинка немного длиннее переда. Здесь есть вырез горловины, есть укороченные ряды по капюшончику. Я считаю, что такой комбинезончик будет сидеть отлично на ребеночке. Если вам понравилась такая моделька, то давайте такой комбинезончик вместе с вами свяжем. Итак, для вязания такого комбинезончика я буду использовать пряжу «Детский каприз» от Пехорки. Пряжа для ручного вязания, детская серия. Цвет пряжи 222 голубая бирюза. Состав пряжи 50% мериносовая шерсть, 50% фибра. Здесь в 50 граммах 225 метров. Вязать данный комбинезончик я буду в два сложения ниточки, поэтому я уже себе намотала вот такие клубочки в две ниточки. Приготовила две таких помпушечки, потому что я буду вязать сразу две ножки. Также для вязания нам понадобятся маркеры, счетчик рядов, спицы номер 3,5 и 4. На 3,5 мы будем вязать резинку. На четверке основное полотно. Также для кос нам понадобится дополнительная спица. Для начала вязания мы вяжем с вами образец. Образец я вязала резиночку на номере 3,5. Связала платочку номером 4. И сделала небольшое переплетение косы, чтобы узнать, сколько примерно сантиметров уходит на косу. Как видим, резиночка чуть побольше, чем коса, поэтому коса забирает какое-то определенное количество петелек у полотна. Данный комбинезон я буду вязать на 3-6 месяцев. Расписала себе в своей тетрадочке, какую пряжу использую. Расписала, что буду вязать в два сложения ниточки. Также написала номер спиц 3,5 и 4. Измерила резинку на 3,5, получается в одном сантиметре 2,25 петелек. Платочка на четверке 2 петли в сантиметре и в косе 2,57. Сделав все расчеты по образцу, мы переходим к меркам. Мерки мы берем из интернета, если нету ребеночка в наличии. В интернете очень много разных мерок. Вот такая книжечка у меня есть, записная, да, здесь на предпоследней буквально страничке, где-то в конце, есть вот такие мерки для младенцев. Здесь идут размеры на 3, 6, 12, 1,5 и 2 года. По меркам я вижу, что грудь на 6 месяцев 43 сантиметра, да, талия 48 больше, да, чем грудь, а бедра 50,5, то есть нужно брать за основу эту мерку по бедрам, так как у нас у ребеночка еще будет одет памперс, поэтому с учетом этого нужно брать чуть побольше, где-то 53-54 сантиметра. Сюда я записала мерки, которые мне не понадобятся для расчета, но на всякий случай указала, чтобы в дальнейшем их использовать. Обхват груди, обхват талии и длина спины. Далее идут мерки, которые нам нужны. Обхват бедер на 3 месяца это 48, на 6 50,5. Длина рукава 15,5, на 6 16,5. В основном я буду брать мерки именно на 6 месяцев. Обхват ручки в самом широком месте 15,5, пройма 9. На пройму нужно сделать, конечно же, так как будет пододеваться под комбинезон, конечно же, одежда, можно взять где-то 11 сантиметров. Длина ноги 16-18, я возьму 18. Ширина ножки я взяла 20 сантиметров. Конечно, ножка немножко у ребенка меньше, чем 20, но для того, чтобы было удобнее комбинезончик одевать.
На возраст 3 месяца можно взять 18. Ширина плеча, то есть в самом комбезике 5-5,5. Полуобхват шеи 11. Обхват головы 38. Ширина ножки в самом широком месте с учетом уже прибавок 26 сантиметров. Длина изделия всего 56-62. Ширина плеча, то есть от одного плеча до второго плеча 22 сантиметра на 6 месяцев. Далее высота капюшона где-то 15-16 сантиметров. И длина туловища 28-29 сантиметров. Это от ластовицы до плечика. Ну и потом я определилась уже с расчетами. Я решила, что у меня будет коса 15 петель, 5 на 5 на 5. Ну и далее по стандарту, да, мы пишем. Для того, чтобы нам начать вязание ножки, нам нужно начинать с резинки на спицах номер 3,5. Для того, чтобы связать 20 сантиметров, нам нужно эту цифру умножить на 2, 25. Получаем 45 петель и не забываем про кромочные, то есть 47 петелек. Далее нам нужно прийти к 26 сантиметрам в самом широком месте до ножки. Поэтому 26 сантиметров с учетом косы. Я всегда на косу прибавляю где-то 30% от общего числа. То есть 45 я прибавляю 30% на косу. Получаем, что у нас будет 58 петель плюс 2 кромочных. Это 60 петель. Как же нам рассчитать? Нам нужно взять 2 петли платочки, да, и 2,57 косы. Нужно сложить и найти среднее арифметическое. У меня получилось это 2,285 тысячных. Я умножаю на 26 сантиметров, получаю 59. Поэтому 60 петель как раз с учетом 30% нам подходит. 60 петель, которые нам нужно будет вязать в самом широком месте, и 47 петель, которые у нас после вязания резиночки. Эти две циферки мы от друг друга отнимаем. Получаем, что после провязывания резинки нам нужно будет добрать 13 петель. Если разделить 47 на 13 петель, то получается где-то через каждых 3 петельки нужно добрать дополнительную петлю. Вязать резинку я буду с отворотом, поэтому 5 сантиметров провяжу и 5 сантиметров на отворот, всего 10 сантиметров. Сколько это будет в рядах, мы потом с вами обсудим, когда я провяжу резиночку, так как плотность, которая получается вверх, я еще не рассчитала. Начнем мы с этого, потом добавим с вами 13 петель в лицевом ряду и продолжим вязание уже платочной вязкой. Разделим полотно на косу и на петли, которые будут провязаны на ножке. Расскажу вам про перекрещивание. Ну а для начала сейчас наберем петли на спицы и начнем вязание. Итак, я беру две нитки, то есть одна нитка у меня идет с одного мотка и одна нитка с другого мотка. Как видим, ниточка у меня в два сложения. То есть для вязания данного комбинезончика подойдет пряжа, у которой в 100 граммах 225 метров. Для того, чтобы набрать 20 сантиметров, я обычно откладываю в 3 раза длиннее ниточку. То есть нам нужно 60 сантиметров. 14, 28, 42, 56, ну и пускай где-то еще вот так. И набираем 47 петель спицами номер 3,5. Сначала с одного клубка, а затем со второго. Набирать я буду обычным классическим способом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Набираем с одного клубка 47 петель и со второго клубка 47 петель. Итак, набрали мы по 47 петелек. Вот у нас идет одна ниточка от одного клубка, вторая нить от другого клубка. Сначала мы будем вязать одну ножку,
затем вторую. Вначале у нас идет кромочная, мы ее снимаем. И далее вяжем резиночку 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная. Итак, мы будем вязать резиночкой вверх 10 сантиметров. Заканчивать мы должны будем с вами на нечетном ряду, то есть обычно мы провязываем четное количество рядов. В этот раз мы будем провязывать нечетное, для того чтобы у нас при развороте полотна вот эта часть оказалась на лицевой стороне с вот этой красивой косичкой. Я сейчас провяжу определенное количество рядов, которое будет составлять у меня 10 сантиметров, и затем скажу, сколько рядов я провязала. Итак, провязала я 10 сантиметров резиночкой 1 на 1, у меня получилось 34 ряда. Напомню, что вяжу я сразу 2 штанишки одновременно. Себе я уже записала, что я провязала 34 ряда. Сюда пометила плотность 3-4. И как мы помним, сейчас мы должны добавить 13 петелек в лицевом ряду спицами этими же номер 3,5. Добавляем петли через каждых 3 петли. Добавлять петли можно из протяжки, либо же из соседней петли, провязав ее 2 раза. Да? Первую кромочную снимаем. Это первая петля, провязываем вторая, третья. И вот в четвертую я буду делать прибавку. Прибавку я буду делать из соседней петли, то есть из петли нижнего ряда. Набрасываю на спицу, провязываю из этой петельки петлю и тут же провязываю следующую. Это первая прибавка. Потом 5 раз, 2, 3. И снова делаю вторую прибавку. 1, 2, 3. И третья прибавка. Где-то можно сделать через одну петлю, так как через 3, это получается в четвертую петлю мы делаем, а нам нужно через 3 петли. Смотрите, как будет получаться, но главное, чтобы мы равномерно прибавили 13 петелек на одной штанишке, да, и на второй. Я сейчас добавлю 13 петель и вернусь к вам. Итак, провязали мы этот ряд, и сейчас будем распределение делать на косу и на платочную вязку. Я себе уже отметила, что у меня будут идти 30 петель платочки, 8 петель передней части платочной вязкой, 1 изнаночная, 15 петель косы, 1 изнаночная и 5 петель платочки. Косы должны располагаться ближе друг к дружке, поэтому я буду отмечать вот с этой стороны. Отсчитываю 5 петель сначала, 3, 5. Вот сюда я прикреплю маркер. Далее у нас идет 1 изнаночная петля и 15 петель косы. 1, 2, 3, 4, 5, это 10, 14, 15 косы, 1 изнаночная. Сюда снова креплю маркер. Здесь у нас должно остаться 38 петель. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, это 20. 1, 2, 3, 4, 5, это 30. 33, 36, 38. То же самое мы делаем с этой стороны. Сначала отмечаем 5 петелек, отсчитываем. 2, 4, 5. Прикрепляем маркер. 1 изнаночная, 15 петель косы. 1, 2, 3, 4, 5, это 10.
3, 5, 15 и 1 изнаночная. Прикрепляем маркер. И 38 петелек у нас платочной вязки. Сейчас мы переходим ко второму ряду. Его мы провяжем спицами уже большего размера. Это у нас спица будет номер 4. Помним, что первая петля у нас кромочная, мы ее снимаем. И далее петельки мы провязываем платочной вязкой, то есть лицевыми до первого маркера. Переснимаем маркер. Далее у нас по лицевой стороне должна идти одна изнаночная петля, поэтому мы ее снова провязываем лицевой. Далее 15 петель косы. Их мы провязываем на изнаночной стороне изнаночными. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. После косы у нас идет одна изнаночная, то есть провязываем лицевой, на лицевой стороне она будет изнаночной. Переснимаем маркер и 5 петель платочки, то есть 4 петли платочной вязки. И пятая петля у нас кромочная, мы ее провязываем изнаночной. Переходим ко второй штанишки, провязываем ее точно так же. Первая петля у нас кромочная, мы ее снимаем. Также спица номер 4. 4 петельки у нас платочной вязки. Переснимаем маркер. Одна изнаночная на лице, значит, провязываем лицевой на изнанке. 15 косы провязываем с изнаночной стороны изнаночными петлями. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И петельку провязываем лицевой, так как она идет по лицу изнаночной. Переснимаем маркер и довязываем все петли платочной вязкой, то есть лицевыми петлями. И последнюю петельку провязываем изнаночной. Итак, довязали второй ряд и делаем сброс. Эти рядочки мы не будем считать, они у нас как установочные. То есть мы сделали распределение петель, добавили петли. И теперь сможем вязать полотно вверх до определенной длины ножек. У нас это 18 сантиметров, да, получается половина резинки это 5, 18 минус 5, 13 сантиметров. То есть от начала нашей платочной вязки мы должны провязать еще 13 сантиметров. И начинаем с первого ряда. Для формирования косы мы будем делать первое перекрещивание в пятом ряду. Провязываем лицевой ряд первый. Все вяжем платочной вязкой, то есть все петельки у нас будут лицевыми. До первого маркера. Сейчас мы работаем с вами спицами номер 4. Довязали до первого маркера, маркер снимаем. Помним, что у нас перед и после косички идет изнаночная петля. Провязываем ее изнаночной. То есть на изнаночной стороне мы будем всегда ее провязывать лицевой, а с лицевой стороны всегда изнаночной. И провязываем 15 лицевых. С изнаночной стороны это у нас будут изнаночные петли. С лица это будут у нас лицевые петли. Провязали 15 петелек.
1 изнаночная. Маркер переснимаем. 4 петли платочной вязки. И 5 у нас будет кромочная. И вот таким же образом довязываем вторую ножку, первый ряд. И вяжем самостоятельно еще второй, третий и четвертый ряд. А в пятом с вами сделаем первое перекрещивание. Провязала я 4 рядочка. И сейчас, как мы с вами договаривались, в пятом ряду мы будем делать перекрещивание на косы. Для этого я подготовила дополнительную спицу. И переходим к вязанию пятого ряда. Провязываем петли лицевые до маркера. Провязала петельки до маркера. Теперь провязываем изнаночную петлю в косе. И в этой ножке мы будем перекрещивать 5 петель последних и 5 петель центральных. Поэтому 5 петелек мы провязываем лицевыми. 3, 4, 5. 5 петель я снимаю на дополнительную спицу. Раз, два, три, четыре, пять. Оставляю их за работой, то есть ниточку я перевожу на лицо рабочую и провязываем 5 петель. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь нам нужно провязать вот этих 5 петель с дополнительной спицы. Я буду их сразу провязывать с самой спицы. Провязываем. Раз, два, три, четыре и пять. Далее провязываем 1 изнаночная петля. И маркер перебрасываем. Провязываем 4 петли платочной вязки и кромочную провязываем изнаночной. Эту ниточку мы убираем, подводим вторую ножку, и на второй ножке мы будем делать все симметрично. Кромочную петлю мы снимаем. Провязываем 4 петли платочной вязки, переснимаем маркерок, провязываем изнаночную петлю. Теперь первых 5 петелек мы снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. 1, 2, 3, 4, 5. Оставляем перед работой и следующих 5 провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь петельки снятые мы также провяжем лицевыми. Раз, два, три, четыре. 5. И 5 последних петель провязываем также лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5 и 1 изнаночная. Маркерок переснимаем. И далее продолжаем вязать ряд платочной вязкой. Следующий ряд мы вяжем по рисунку. У нас получается, что на одной ножке у нас идет с первой части, да, сюда нахлёст. И в этой ножке получается, что с первой части у нас идет сюда нахлёст. Таким образом, мы к этому пятому ряду прибавляем 6 рядов. Получается, что в 11 ряду нам нужно будет сделать следующее перекрещивание. Оно будет отличаться от вот этого. Мы будем перекрещивать вот этих 5 петель с центральными 5 петлями. Далее плюс 6 будет 17 ряд. В 17 ряду мы будем делать точно такое же перекрещивание.
Затем 23 ряд. В 23 будем такой же делать, как в 11. Я себе подобавляла 6 рядов и отметила рядочки. И когда мы сделали перекрещивание, можем себе обвести в кружок, что мы его уже провязали. Сейчас я провяжу до 10 ряда включительно, и в 11 ряду мы сделаем с вами следующее перекрещивание. Итак, провязали мы 10 рядов, в 11 ряду нужно сделать снова перекрещивание. Провязала я петельки платочной вязки, провязала изнаночную петлю, и теперь будем переходить на перекрещивание в косе. Как мы помним, мы перекрещивание делали в конце, да? 5 крайних петелек и 5 центральных. Сейчас мы будем 5 первых и 5 средних. Для этого снимаем 5 петелек на дополнительную спицу. 2, 3, 4, 5. Оставляем перед работой. И провязываем 5 центральных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь нам нужно провязать 5 петель с дополнительной спицы. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5 и 5 петелек на основной нашей спице. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем изнаночную петлю, переснимаем маркер, 4 петли платочной вязки и изнаночная петля. Вот такое у нас начало косы. То есть два перекрещивания мы сделали в косе. Переходим на вязание второй ножки. Я себе ножки скрепила маркерочком, чтобы когда мы вяжем поворотными рядами, да, мы не запутались, какую мы ножку провязали, какую не провязали. У нас как бы идет ряд продолжения, да. Первую петельку кромочную мы снимаем, 4 петли платочной вязки, маркер пересняли, изнаночная петля. И здесь мы будем перекрещивать последние петельки с центральными. Поэтому 5 первых мы провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь мы 5 петелек снимаем, оставляем за работой. И провязываем 5 крайних. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем 5 петель с дополнительной спицы. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и далее вяжем изнаночная петля, переснимаем маркер, и далее у нас идет платочная вязка. И вот так смотрятся наши косички. Далее довязываем этот 11 ряд до конца и будем с вами делать перекрещивание в 17-м. В 23-м, 29-м, 35-м, 41-м. То есть отмечаем себе 11-й. Вот это два перекрещивания. Это наша полная косичка. Следующее, 17-й, мы будем перекрещивать так же, как 5-й. 23-й, так же, как 11-й. 29-й, как 5-й. 35-й, как 11-й. Итак, мы будем вязать до нужной длины ножки. А нам нужно провязать всего 18 сантиметров, то есть 5 резинки, это 13 сантиметров от начала платочной вязки. Как только я провяжу 13 сантиметров, я расскажу вам, в каких рядах делала перекрещивание, и мы продолжим вязание. Провязала я штанишки. Одна штанишка получилась вверх 13 сантиметров, и получилось, что я провязала всего
50 рядов. Последнее перекрещивание у меня было в 47 ряду. Можете себе пометить 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47. Довязала я до 50 ряда. И следующее перекрещивание нам нужно будет делать в 53 ряду. С 53 ряда мы будем с вами провязывать уже все тело. Как мы помним, длина изделия всего у нас 62 сантиметра, а длина тела 29 сантиметров. Так как у нас провязано 50 рядов, это 13 сантиметров, можно 50 разделить на 13, получим, что у нас вверх плотность в одном сантиметре 3,85. Эту циферку можно себе записать. Для начала, чтобы нам начать вязание двух ножек одновременно и вот здесь по серединке, по спинке нам добавить петельки, то есть мы провяжем одну ножку, добавим с вами петли и будем вязать вот отсюда вторую ножку. Поэтому вот эту ниточку мы отрезаем. Это наш первый ряд, где начинался, да? Берем ножницы, обрезаем нить и можем эту ниточку где-то закрепить. Я сейчас крючком закреплю ее с изнаночной стороны. Итак, ниточку я закрепила. Теперь для того, чтобы нам начать вязание не с этой ножки, а начать вязание вот с этой ножки, нам нужно просто перекинуть все петли первой ножки, не провязывая, на спицу. Как будто мы ее провязали, да, но на самом деле мы ее провязывать не будем. Просто перебросим все петельки на эту спицу. Перебросила я все петельки, теперь у меня спицы находятся друг к дружке и начинаем вязать первый ряд. В этом ряду мы с вами перекрещивание не делаем в 51-м. Продолжаем вязание, 51 ряд. Провязываем по рисунку первую ножку. Первую снимаем, провязываем 4 кромочные петли, 1 изнаночная, петли косы изнаночная и лицевыми провязываем до конца все петли, включая последнюю петельку. Провязали все петельки лицевыми и теперь для ластовицы задней стороны возле ножек, да, между ножек, нам нужно прибавить 6 петель. Можно делать это вот таким образом, набрасывая, а можно вот таким. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая. И шестая петелька. Пока это расстояние очень маленькое, но когда мы провяжем платочной вязкой этих 6 петелек, у нас получится как раз 3 сантиметра. Далее переворачиваем вот таким образом к изнаночной стороне наше вязание. Спицы подводим одна к другой. И вот эту сторону подводим сюда, где мы ниточку закрепляли. Подтягиваем наше вязание к началу спицы и продолжаем вязать вторую ножку, точно так же, как мы и вязали первую. Все петельки вяжем платочкой, то есть лицевыми петлями, до косы провязываем косу и довязываем 5 петель платочной вязки. Значит, в 51 ряду мы соединяем с вами ножки с задней стороны. Теперь будем вязать одной ниткой, да, с одного мотка. Довязываем самостоятельно этот ряд. Довязала я этот ряд до конца. Последняя петля у нас кромочная. Как мы помним, мы соединяли с вами вот здесь маркерочком, я отсоединяю, так как это у нас будет сейчас поворотное вязание. И можно присоединить ножки, вот где мы набрали петельки, да, вот с этой стороны.
маркировочком, чтобы мы знали, что это у нас поворотное вязание, и чтобы эти ножки не расходились, чтобы было более удобно вязать. Так как мы провязали уже первый ряд, это у нас будет второй ряд изнаночный, мы теперь крепим вот этот маркерочек вот сюда. То есть это у нас будет начало вязания. И прикреплю я этот маркер именно в этом месте, в предыдущем ряду, где мы начинали провязывать с вами вот эту ластовицу, чтобы мне знать, до какого места мне нужно сшивать потом будет ножки, вот до этого места. И также я сделаю вот с этой стороны, только прикреплю сюда маркер другого цвета, здесь яркий, где начало ряда, а здесь прикреплю вот такой маркер. Теперь я буду знать, где у меня начало ряда, где у меня закончились ножки и началось провязывание тела. И будет потом легче ориентироваться, когда мы будем ножки сшивать. Теперь я буду вязать изнаночный ряд 52. В 53 ряду я буду делать такие же перекрещивания, как сделала в ножке, да, и буду продолжать вязание поворотными рядами, и затем продолжим с вами вязание. Итак, довязала я всю длину до проем. У меня получилось сейчас 154 ряд последний провязан. Всего получилось у меня 104 ряда, 27 сантиметров до проем. И теперь мы будем переходить на разделение полочек и спинки. Я уже сделала расчеты. Сейчас вам расскажу, как их сделать. Так как у нас попереду идут косы, и они забирают где-то около 5 петель, как мы рассчитывали в начале. Исходя из этого, мы будем с вами делить все петли. Всего у нас на данный момент 126 петелек. Мы от этого числа отнимем 2 петли кромочные, отнимем 10 петель на косы и минус 6 петель платочной вязки, которую мы вяжем по планке. Получаем 108 петель, эту цифру мы делим на 2, то есть на 2 части. На спинку получается 54 петли. И мы возьмем еще 6 петель, которые пойдут у нас на планку. Так как у нас будет провязана здесь планочка из 6 петель, поэтому это нужно тоже учесть и добавить вот этих 6 петель к спинке. Далее, получается всего на спинку у нас 60 петель мы оставляем. На полочке берем вот эту цифру 54, делим на 2, получается 27. Сюда мы добавляем 1 кромочную, 5 петель на косы. И получаем, что 33 петли мы берем на одну и на вторую полочку. Ну и далее приходим к расчетам по вывязыванию проем. Я взяла для примера спинку, да, мы будем вязать спинку прямым полотном в конце, не будем вывязывать горловину, а попереду вывяжем горловину. Поэтому всего у нас на данный момент по спинке получается 60 петель. Я для себя уже разделила полотно, по 33 петли взяла на полочки и 60 петелек взяла на спинку. И отделила друг от друга маркерами. Ну и далее будем рассчитывать. Измеряем вот это расстояние от плеча до плеча у ребенка. Если вы не знаете, то берете цифру из интернета. На возраст от 3 до 6 месяцев эта цифра 23 сантиметра. Перевожу в петли, получаю, здесь у меня должно быть 46 петелек. На данный момент у нас 60 петель по спинке. Значит, 60 минус 46 получается 14 петель. Делю на 2 стороны, то есть, потому что у нас здесь пройма и здесь пройма. Значит, убавление идут с двух сторон и нужно убавить по 7 петелек. В детских изделиях можно не заморачиваться с убавлением. Взять первое убавление 3 петли, второе убавление 2 петли и оставшиеся петельки взять по одной. То есть третье убавление 1 петля и четвертое убавление 1 петля. Всего на убавление нам нужно 8 рядов. То есть первый изнаночный, второй, третья убавка, четвертый изнаночный, пятая убавка, шестой изнаночный, седьмая убавка, восьмой изнаночный ряд. Всего на высоту проймы нужно взять 11 сантиметров. Эту цифру мы также переводим в ряды. Получаем, нам нужно провязать от начала вывязывания проймы до
плеч 42 ряда. Отнимаем 8 рядов на убавление. Получается, после убавлений на проймы нам останется провязать 34 ряда. С этим у нас все понятно. По переду мы будем делать с вами точно такие же убавления для пройм, независимо от количества петелек на полочках. Да? То есть у нас здесь 33 петли, но мы все равно делаем по 7 убавлений с двух сторон. По спинке я буду провязывать не 34 ряда, а чуть больше, потому что росток отдельно я не буду вывязывать, поэтому 34 ряда плюс 8, 42 ряда я возьму на перед, высоту 11 сантиметров, а по спинке где-то еще добавлю 2 сантиметра, это получается 4 ряда росток. Вот я себе это записала, и получается, что по спинке нужно будет провязать всего от начала вязания 200 рядов. То есть получается, мы сейчас на 154-м, и когда довяжем до 200-го ряда, у нас будет закрытие петель. Для себя пометила переплетение кос. Последнее перекрещивание я делала в 149-м ряду. Сейчас будет идти 155-й, 161-й, 167-й и так далее. Вы тоже себе это все отмечаете. До 196 ряда, потому что по переду мы вяжем 11 сантиметров. Получается, по полочке у нас 33 петли, когда мы убавим 7 петель, останется 26 петель. На вывязывание горловины я возьму всего лишь 2 сантиметра, всего здесь 11 сантиметров минус 2. Получается, до горловины мне нужно довязать 9 сантиметров. 9 умножаю на плотность, получаю, что до горловины мне нужно провязать 34 ряда. Не забываем про убавки на пройму, это 8 рядов убавки. Значит, 34 отнимаем 8, получаем 26 рядов. До выреза горловины мы будем вязать прямым полотном, ну, делая, соответственно, перекрещивание. Если посчитать и прибавить вот эти ряды, то получается, что мы довяжем до горловины, это у нас будет 188 ряд. Для начала мы сейчас с вами провяжем по переду, вывяжем пройму, дойдем до горловины, а потом я расскажу вам про убавки на горловину. Здесь у меня тоже сделаны все расчеты. Сначала будем делать вот эти убавления, записываем себе перекрещивание в каких рядах, а уже когда провяжем первую часть полочки, я потом расскажу, как мы будем делать убавки на горловину. Не хочу, чтобы вы путались, будем делать все постепенно. Отделили мы с вами 33 петли, сейчас в 155 ряду. Мы провязываем все петли по рисунку и оставим одну петельку в конце не провязанной. И с изнаночной стороны будем делать первое убавление на пройму. Итак, довязали 155 ряд до конца. Последняя петелька у нас осталась не провязанной, мы ее просто сняли. Переворачиваем вязание. В 155 ряду, кстати, я сделала перекрещивание. И переходим к вязанию 156 ряда. Вот у нас в 156 ряду будет идти первое убавление. Первое убавление у нас будет состоять из трех петелек. Первую мы снимаем, петельку с ниточкой снимаем и набрасываем первую на петлю с ниткой. Это наше первое убавление. Все остальные петли, вторую провязываем лицевой, набрасываем, и третью петлю лицевой и набрасываем. Сделали убавление из трех петель. Далее вяжем по рисунку, то есть у нас идет платочная вязка, одна лицевая, далее 15 петель косы, одна лицевая, 4 петли платочной и 1 кромочная изнаночная. Затем переворачиваем вязание, вяжем лицевой ряд по рисунку и также, дойдя до конца, оставляем одну петельку не провязанной. Итак, провязала я 157 ряд, последнюю петельку снимаем, переворачиваем и в 158 будем делать второе убавление для проймы. Второе убавление у нас идет 2 петли, первую снимаем, петельку с ниточкой снимаем и набрасываем. Следующую провязываем лицевой, набрасываем. Получается, сделали 2 убавления. Далее довязываем ряд по рисунку до конца. И следующий ряд также вяжем по рисунку.
не довязав одну петельку. Довязали 159 ряд, переходим к вязанию 160 ряда. Переворачиваем вязание. В этом ряду у нас будет убавление из одной петли. Третье убавление. Петлю мы снимаем, не провязанную, с ниткой. И просто набрасываем. Все, убавление сделано. Далее вяжем ряд до конца. Затем провязываем 161 ряд по рисунку. У меня в 161 снова перекрещивание. Снова оставляем в конце одну петельку не провязанной. И в 162 ряду делаем последнее убавление из одной петли на пройму. И далее будем вязать по рисунку вверх, как мы и рассчитывали с вами. Еще получается 26 рядов, то есть всего с убавками на пройму 34, 26 рядов до 188 ряда. Сейчас у нас 160 рядов, будем вязать прямым потом полотном до 188 ряда. Делаем убавление в 162 ряду, последнее, и вяжем, соблюдая рисунок, то есть делая перекрещивание, до 188 ряда включительно. И затем сделаем с вами вырез на горловину. Итак, вывязала я пройму. Вот так она выглядит на данный момент. Провязала 26 рядов по рисунку прямым полотном. Теперь нам нужно на протяжении 2 сантиметров делать убавление для горловины. Сейчас я покажу вам расчеты. У нас сейчас осталось на спицах, получается, всего 26 петель. Мы измеряем ширину плеча у ребенка. У меня это получается в петлях 11 петелек. Где-то 5-5,5 сантиметра. Уже смотрите сами, сколько вы возьмете петель. Далее от 26 я отнимаю 11 петель, которые идут на плечо. Также я от этой цифры отниму 5 петель на косу. То есть у нас 15 петель и 5 петель из этой косы, да, идет на перекрещивание, поэтому коса стягивается. И разница получается в полотне 5 петель. Поэтому отнимаю также этих 5 петель, которые мы убавим. И получаем 10 петель на убавку для горловины. Как я рассчитываю убавление? Так как нам нужно провязать вот эту часть от начала вывязывания горловины до плеча 2 сантиметра, переводим это в ряды, получаем, что нам нужно провязать 8 рядов. Значит, 10 петель нам нужно убавить за этих 8 рядов. Также я беру одну петлю, 2 петли, 3 петли и 4 петли. Получаем 7, 8, 9, 10 петелек. Вы также начинаете с конца. Можно взять одну петлю, 2 петли, 3 и, например, 5. Либо же 1 петля, 2, 2, 3. Смотрите, как у вас получается по количеству петель, которые вам нужно убавить. Я взяла первое убавление. Вот мы довязали до 188 ряда. Значит, в 189 ряду нам нужно убавить 4 петли. Убавление мы уже будем делать с лицевой стороны, то есть в нечетных рядах. Ну и давайте начнем. Первое убавление у нас идет 4 петельки, следующие 3. Не забываем про перекрещивание. У меня до конца плеча осталось еще одно перекрещивание. И далее мы уже будем вязать просто лицевой гладью. Берем наше вязание. И в первом ряду, 189, нам нужно убавить 4 петли. Первую снимаем. Далее вяжем по рисунку платочной вязкой. Провязываем и снимаем. Первое убавление, второе, третье и четвертое убавление. Далее вяжем все по рисунку. Провязываем этот ряд до конца. Следующий ряд переворачиваем, вяжем по рисунку, оставив в конце возле горловинки непровязанную одну петлю. В следующем ряду лицевом мы сделаем снова с вами убавление, но уже из 3 петелек. Последнюю петельку мы всегда провязываем изнаночной. Вначале переворачиваем вязание, в 190 ряду первую петельку снимаем и далее вяжем по рисунку. Платочная вязка, лицевая.
Петли косы всегда у нас изнаночные, с изнаночной стороны, с лицевой, лицевыми. Вот я довяжу 190 ряд, и в 191 мне останется делать последнее перекрещивание. Вот последнюю петельку снимаем, не провязанную. Переворачиваем вязание. В 191 ряду нам нужно с вами убавить 3 петли. Первую петельку снимаем, следующую петлю с ниткой снимаем и набрасываем. Первое убавление. Далее идет у нас лицевые петли косы. Значит, мы провязываем лицевой, второе убавление и третье убавление. Далее нам нужно сделать перекрещивание косы. У меня в начале уже не будет перекрещивания, у меня будет конца. Значит, мне нужно оставить 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Довязываю 3 петли вот этих. Далее оставляю за работой 5 петель. Провязываю 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаю петли на спицу. Провязываем их также лицевыми. Изнаночная и платочка. Последняя изнаночная. Переворачиваем вязание, вяжем изнаночный ряд по рисунку, оставляем непровязанную последнюю петлю. Итак, в 193 ряду делаем убавление, получается уже из 2 петель. Первую, следующую провязываем, второе убавление и далее вяжем по рисунку. Последнюю кромочную изнаночной. В 194 провязываем петли также по рисунку, оставляем одну петлю не провязанной. Изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. Вернее, платочную лицевыми. Последнюю не провязанную, и в 195 ряду сделаем последнее убавление. Значит, снимаем петлю с ниткой и первую набрасываем на петельку с ниткой. Все, сделали последнее убавление. Далее нам нужно избавиться в этом ряду от 5 петель косы. Для этого я просто провязываю 5 раз по 2 вместе. 1, 2, 3, 4 и 5. Все, от 5 петель мы избавились. Далее вяжем изнаночную и платочную вязку. Провязываем последний 196 ряд. Вначале у нас идет платочная вязка, лицевая. 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных. Все, ниточку мы отрезаем, оставив кончик для сшивания плечиков. И вот эти петельки переснять нужно на булавку. Все идет ровненько, вот таким образом. Теперь нам нужно сделать точно так же вторую часть. Начинать мы вывязывать проймы будем вот отсюда. Значит, нам нужно присоединить сюда ниточку и начнем делать убавление с первого ряда. То есть мы уже будем делать не в изнаночном, а в лицевом. То есть
155 ряд мы начнем вязать с лицевых петелек и сделаем первое убавление из 3 петель, так же как у нас было и в этой части, только мы делали в 156, здесь мы будем делать в 155. Провяжем, сделаем первое убавление, затем провяжем изнаночный ряд, второе, третье, так 4 убавления, провязав 8 рядов. Далее 26 рядов провяжем прямо и сделаем точно такие же убавления на горловину. И в конце, в предпоследнем ряду, провяжем по 2 петли вместе в петлях косы и оставшиеся петельки снимем на булавку. Что мы делаем со спинкой? Присоединяем ниточку с этого края, с которого начнем вязание. Делаем такие же убавления на пройму, только мы будем делать в 155 и с изнаночной стороны в 156. 157, 158. И таким образом сделаем тут убавление. И вверх мы уже будем провязывать без вывязывания горловины. Провяжем вот этих 26 рядов. Плюс провяжем без убавок также этих 8 рядов, которые мы брали на убавление горловины. И плюс еще для ростка провяжем 4 ряда дополнительных. Всего получается мы перед планочкой провязываем до 196 ряда. А спинку провяжем до 200 ряда, то есть прямым полотном вверх, без вывязывания каких-то горловин. Петельки мы закрывать не будем, мы также оставим их на спицах. Сначала сошьем плечики вот эти части, затем поднимем петли, которые у нас останутся на спинке для горловины, и поднимем здесь петельки, продолжим вязание капюшона. Поэтому сейчас самостоятельно вывязывайте вторую полочку и свяжите самостоятельно спинку, то есть вывязать нужно такие же проймы по моим расчетам и довязать вверх длину до 200 ряда, начиная, как мы помним, мы закончили на 154, значит, нам нужно начинать со 155 ряда, что здесь и также здесь. Вяжем самостоятельно полочки и спинку, и затем продолжим с вами вязание. Baby.